Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов покинул свою должность. Причину увольнения чиновник не назвал, однако опубликовал пост в социальных сетях. Там экс-министр написал, что за прошедшие годы в Крыму было завершено строительство системы МФЦ, повышено качество мобильной связи, построена система государственных СМИ, издано большое количество социально значимой литературы. По словам Сергея Зырянова, в этом направлении предстоит еще большая работа, но ее продолжит уже новый министр. Кроме того, он останется в команде Аксенова и готов браться за новые проекты. Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Михаил Афанасьев. До назначения на должность середины августа 2019 года он руководил администрацией города Саки. Сначала в статусе исполняющего обязанности, затем с 1 ноября на постоянной основе.